Стас, какой гол понравился тебе? Свой? Первый или второй? Второй, наверное. С первым голом не было опасений, что тренерский штаб словно может там просмотр взять, еще что-то? Там ничего не было, я знал. Я никого не толкал. Коньком не играл. Ну, еще вопрос есть? Спрошу. Да, давай, отлично. Зеленый ноябрь. Барс сейчас, насколько вообще приятный. Правильная акция страны Барс. Да, это классная акция. Я всегда поддерживаю такие акции для, ну, пожертвования, благотворения. Андрей, вопросы? Приятно, правильно. Часто всегда так делаю. У вас новая форма сейчас, она вот по личным ощущениям как нравится, нравится. Ну, Андрей, когда она очень хорошо идет. Ну, как раз мне и да. Мы сегодня играли в новых щитках, это как-то повлияло на ваши результаты? Да, но Андрей Федан говорил, что я 3 забью сегодня, но значит, все-таки не в этом дело. Плохо хоккей разбирается. Да. А игру Андрея Федана в сборной как можете оценить? Лучше. Лучше. Без него никак. Спасибо.